Каждый год снег выпадает раньше, чем в предыдущем, шутят сотрудники коммунальной сферы. В этом году аж в середине октября, но никого не застал врасплох. Еще в сентябре провели смотры спецтехники для уборки снега. Машин для города достаточно, бригады кровельщиков в боевой готовности. В каждом районе свои особенности, которые учитывают при подготовке к зиме. Если в Самарском районе жилищная организация, да и муниципальное предприятие «Жилсервис», в частности, да, которое работает на территории района, предпочтительное использование малогабаритной техники, бобкатов, ручная техника применяется в большей степени, то для уборки, скажем так, районов, которые у нас больше по площади, где большое количество территорий, которые находятся в зоне ответственности районных администраций, там, конечно, подходы уже иные. Первый снег, а значит первый лед, и пора задуматься о реагентах. В Самаре Бионордом обрабатывают крупные дороги, улицы второй категории посыпают песком и солью. Чтобы жители не падали на скользких тротуарах, управляющие компании должны вовремя обрабатывать дорожки. В первую очередь точка отсчета – это потребность, то есть если пошел снег, значит есть наледь, значит данные мероприятия должны выполняться. То есть управляющая компания должна заготовить в первую очередь реагенты, значит это допускается соляно-песчаная смесь, это допускается Бионорд. В ближайшее время сотрудники департамента городского хозяйства устроят управляющим компаниям ревизию. Нужно проверить не только наличие у них реагентов, но и их качество. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.